парень, есть предложение, короче, будешь работать на администрацию президента, мы будем платить тебе деньги. Там я впервые столкнулся с государством изнутри, скажем так. Я увидел единороссов. Там, если ты молодой, если хочешь добиться успеха, приезжай. Запад финансирует развал России, главный враг России – Америка. И был еще ряд таких же спикеров, да, там. Евгений Федоров, ну, это для тех, кто потупее, скажем так. Глазев – это для тех, кто типа поумнее, там. Катасонов – это, ну, тогда совсем элита, как бы, да. Любая сфера человеческой жизни – была охвачена определенной группой пропагандистов, которые как бы переквашивали мозги людей. Тоже какие-то работали пропагандисты, которые доказывали с религиозной точки зрения, что только, грубо говоря, диктаторская форма правления является правильной, богоугодной. Говорит, тут, короче, губернатор хочет интернетом заниматься, а вы вроде как там в интернете как раз-таки тоже там что-то делаете. Нам говорили, что вы должны подходить к девушкам на улице и предлагать секс. Был абсолютный фейк, который вбрасывали, в том числе мы, участвовали в этом вбросе, что вот Алексей Навальный распространяет компьютерный вирус, который вымогает у людей деньги в пользу ФБК. Часть ПТУшников потерялась еще по дороге в Москву, потому что они очень просились на улице в туалет. Когда вышли в туалет, там подрались, и водитель сказал: да я не буду вас ждать, идите отсюда, придурки. И показывает толпу людей в манишках с флагами, там, с портретами Путина. Это все выглядит достаточно пафосно, но просто она близко не берет крупный план этих лиц из толпы. И NPC, вот эти активисты движения наши из регионов, любили эти акции больше всего, потому что была возможность сходить в Макдональдс. При этом, когда они там жрали, они все время говорили, конечно, что вся еда картонная, на вкус, очень невкусно, очень не нравится. Зарубежный отдел «Комсомольской правды» – это просто филиал ФСБ. Люди, которые его возглавляют, там работают, тот же самый Баранец, там другие вот эти всякие. Вот, я к своему стыду там помню еще эти фамилии, вот, это просто чисто гыбня. Они выращивали таких вот людей, готовых на все ради карьеры, угождения начальству. Движущие мотивы – быть великим, быть причастным к чему-то великому. Это вот все, что ими движет. Чисто просто быть в системе, быть выше других. Да, все тонут в говне, но, так сказать, вы по шею, а я, так сказать, по щиколотку. Вот. В втором съезде Константин Малафеев вышел и сказал, что, в общем, они объявляют Путина царем. Мы с женой там сидели, мы просто смеялись. Я просто сравнивал там Одессу, Донбасс, то, в какую помойку превратился этот Донбасс, этот русский мир. Здравствуйте, дорогие зрители, вы на канале «Острый угол», сегодня у нас в гостях интересный гость Александр Литке. Вы ранее вряд ли слышали это имя и фамилию. Однако человек взаимодействовал с различными структурами пропаганды в России, потом переосмыслил свои взгляды и активно выступил против вторжения России в Украину. Здравствуйте. Меня зовут Александр Литке. Я родился в городе Новомосковске Тульской области. И, собственно говоря, прожил там первые лет 20 своей жизни. Ну, тут было заявлено, что, да, я работал на какие-то прокремлевские организации, движения, администрацию президента. Но, вы знаете, в моей жизни не было такого никогда, чтобы ко мне подошел какой-то человек и сказал: слушай, парень, есть предложение, короче, будешь работать на администрацию президента, мы будем платить тебе деньги, вот, ты будешь очернять там честных, порядочных людей из российской оппозиции, будешь, значит, работать на там усиление репрессивного режима, на варьё, на бандитов, вот, мы за это будем платить тебе деньги, и ты поможешь нам развязать там самую кровавую войну в истории, наверное, со времен Второй мировой войны, да, где еще и Россия будет выступать в качестве агрессора. Вот. Если бы мне такое предложение поступило тогда, я бы, наверное, этого человека послал бы куда-нибудь подальше. Вот. Но, естественно, что, понимаете, я думаю, что такие предложения не поступало никогда никому. И люди, которые приходят в такие, скажем так, организации, оказываются там не случайно, и каждый человек считает, что он на стороне добра. Каждый человек внутренне он пытается себя оправдать, да, вот, каждый бандит, каждый преступник, почему среди них так много религиозных людей, да, почему среди них так много тех, кто там возит какие-то мощи, там они постоянно привозят, вот, совершают какие-то паломничества, являются попечителями в каких-то благотворительных организациях,
и так далее. Очень много среди них там коммунистов, социалистов. Почему? Потому что они считают, что они грабят награбленное. Вот, потому что они считают, что в отношении них там поступают несправедливо, они эту справедливость восстанавливают. Или потому что они считают, что они патриоты великие своего отечества, и значит, их патриотизм покрывает вот то зло, которые они делают, вот, или это зло, которое они делают, оно совершается в интересах Отечества. Вот. И поэтому люди, которые туда попадают, они прошли какой-то определенный путь, вот, и их голова чем-то набита. Вот. И вот как бы мой путь лично показывает, да, то же самое, что и люди, которые меня окружали, я могу сказать то же самое, что эти люди, они были индоктринированы не хуже, чем те, кого они сами индоктринировали, да, то есть все люди, которые меня окружали, будучи там в каких-то вот нашистских там организациях и движениях, либо уже там выполняя какие-то там заказы там, да, на АПшечку, так сказать. Вот. Все эти люди, они верили в то, что они делают, намного больше, чем даже те, кому они это все впаривали. Вот. И даже если они понимали, что конкретно вот эта штука, которую мы делаем, это ложь, они считали, что у этой лжи есть какое-то моральное оправдание, которое превосходит эту подлость, которую они делают, да, там, ну, клеветать кого-то, там, еще что-то. Вот. И мой личный путь, я сейчас о нем расскажу. Значит, он начался, ну, такой, скажем так, моя общественно-политическая деятельность в Российской Федерации, она началась, наверное, году в 2000, если не соврать, шестом или седьмом. Я закончил колледж, ну, в прошлом это называлось техникум, вот, по айтишной специальности, вот, и надо сказать, что, наверное, это была одна из немногих хороших учебных заведений, это была частная кафедра, то есть там это было отдельно от всего остального бюджетного, вот, то есть мои родители мне оплатили мое образование, не государство, вот. И я научился каким-то вещам, которые меня в дальнейшем кормили. Ну, конечно, я какие-то свои знания развивал. Вот. Ну, базу, какую-то базовые знания я вот получил в колледже. Вот. И я научился делать сайты. Вот. Увлекся этим. И в то время это было очень популярно. Каждая мелкая конторка, каждый предприниматель, ИП, там, кто угодно, пытался сделать себе сайт. Вот. Тогда не было еще социальных сетей и мессенджеров. Вот. И я, в общем-то, это были мои первые деньги. Вот. И так вот я работал. Первое мое место работы, правда, было официальным, скажем так. После техникума я устроился. Это называлось телерадиокомпания «Новомосковская», и там я впервые столкнулся с государством изнутри, скажем так. Я увидел единороссов, там было очень интересно устроено, то есть это была муниципальная телерадиокомпания, в этом же здании, там же находился местный штаб «Единой России», то есть я этих всех людей видел в курилках, вот, и вызывали они у меня, ничего кроме отвращения не вызывали. Вот, там платили людям какие-то смешные деньги, большую часть денег забирало себе, собственно, руководство. Руководство нещадно бухало, вот, и, значит, я просто этих людей регулярно видел там, возвращающимся домой на рогах, просто вот так вот. И я просто, ну, и помимо этого, просто их человеческие качества оставляют желать лучшего, вот, и, в общем-то, я впервые столкнулся вот с... Это как раз было, знаете, такой период, когда вот путинский режим, он начал такую вот монополизацию такую вот уже фундаментального политического пространства, вот, и он начал это через именно партию «Единая Россия». То есть в то время ощущение того, что Путин – это вот такой, не знаю, антихрист, диктатор, его еще не было. Тогда скорее внимание людей, оно было сосредоточено. Я помню, что в моем личном вот
взгляде на мир Путин вообще никак не фигурировал. Вот. И в дальнейшем получилось так, что я очень быстро эту телерадиокомпанию покинул, у меня там возникли разногласия, вот. И я оттуда ушел, тем более, что деньги, которые я зарабатывал, скажем так, ну, не на официальном месте работы, да, а вот делая там сайты для разных клиентов, я мог сделать сайты для человека какого-то и заработать столько же, сколько я зарабатываю за несколько месяцев в этой телерадиокомпании. Вот. И таким образом я познакомился с местным депутатом. Вот. Он заказал мне сделать сайт, то есть просто позвонил какой-то человек, как обычно это было, мои контактные данные передавали от одного к другому. Вот. И мне однажды позвонил, значит, человек, он оказался помощником депутата Тульской областной думы. Депутат Тульской областной думы, его звали Денис Бычков, он, собственно, до сих пор там депутат. Вот. Значит, и на сегодняшний день этот человек является депутатом от «Единой России», просто абсолютно системный человек, но в то время это был такой лидер местной оппозиции в Новомосковске. То есть он был депутатом Тульской областной думы от Новомосковска, и он прошел этот путь. Сначала он был муниципальным депутатом в городе Новомосковск, у него образовалась там группа сторонников, вот, и со временем он уже создал свою собственную фракцию в муниципальном вот этом совете города Новомосковска, а сам пошел, как сказать, на повышение в областную думу. Вот, люди там были совершенно разными взглядами, избирались от разных партий, то есть там в основном мы как бы были как бы ячейкой «Справедливой России», но нужно понимать, особенно на тот момент, что вот эти все партийные принадлежности на региональном уровне, она вообще ничего не значила. То есть есть «Единая Россия», да, это да, вот, это имело как бы какое-то значение, в том числе на уровне региона. Все остальные партии, они просто вот так вот мешались между собой, то есть там возникали какие-то проблемы, пошел в другую партию, и мы избирались там и от либеральных каких-то партий, и от нелиберальных и так далее. То есть просто вот такая мешанина и все. Вот. Люди были с разными взглядами политическими, но нас объединяло то, что мы как бы были против «Единой России», по сути дела. Вот. И самое главное, против фальсификации выборов. Вот. Я лично участвовал в те годы, был наблюдателем на избирательных участках. Вот. Меня выгоняли с избирательных участков. Вот. Первый раз было немножко страшновато. Там был такой огромный физрук в школе, который встал там напротив меня, начал меня там выталкивать. Вот. И потом в 2008 году я сам избирался в депутаты муниципальные. Это, правда, было не в самом Новомосковске, там рядом такой городок был, Донской, очень депрессивное место. Вот я там избирался. Наш партийный список сняли. У нас избирательный счет был, вот, и он был нулевой абсолютно. Надо было просто написать 0.00, а я написал просто 0. Вот. И сказали, что это страшная непростительная ошибка, и наш партийный список будет снят. Вот. И его сняли. Вот. Там как бы и времени не было на какие-то апелляции уже. В общем. Вот. Но одномандатным кандидатом я все равно остался. Вот. И естественно, что одномандатный кандидат в России пройти может только если он единорос. Потому что это мажоритарная система. То есть, если партийный список еще может как-то пройти, то одномандатником никак не пройдешь. Я набрал, там, условно говоря, 850 голосов, а единоросска, которая против меня шла, там 950. То есть там совсем разрыв небольшой. Я даже помню те избирательные участки, на которых у них были экстремальные большие показатели. То есть, потому что там просто весь город был за меня. Вот. Ну, тот район, в котором я избирался. Вот. И после этого немножко я был так разочарован. Ну, я не особо не грустил ничего, но как бы не очень было приятно. И тут, знаете, такая, знаешь, реклама. Я прихожу домой, в очередной раз там включаю телевизор. Тогда еще я смотрел телевизор. Вот. И там такая реклама, что форум Селигер. Значит, если ты молодой, если хочешь добиться успеха, вот, значит, приезжай. Вот. Ну, мне показалось это интересным.
И я ничего еще не знал, ни о движении нашей, потому что это было где-то далеко в Москве. Вот, я ничего не знал, а кто такой там Вася Якименко там, и кто такой Сурков, понятия не имел. Вот, я просто увидел, что, ну, какое-то государственное мероприятие выглядит прикольно, от меня денег не просят, как бы можно съездить на недельку, по крайней мере, будет интересно. Когда ты подаешь заявку на форум Селигер в то время, ты должен был выполнить там определенный ряд условий, там, заполнить анкету, что-то еще, и иногда какую-то акцию провести, и еще прочитать книгу. По-моему, там нужно было провести какую-то акцию, сфоткаться и прочитать книгу. Книжкой был, значит, Николай Стариков. Вот. И здесь нужно понимать, что я как бы был таким честным человеком. Я думаю, что, наверное, ну, некоторые люди, наверное, могли бы как-то просто погуглить рецензии какие-нибудь и отправить, да. Ну, я был честным человеком, я пошел в книжный магазин, купил книгу. Надо сказать, что это была вообще первая книга, которую я купил в своей жизни. Потому что я книги не читал на тот момент. Вот. Я был обычным провинциальным гражданином Российской Федерации, тупым как пробка. Вот. И я ничего в своей жизни, ну, что-то по школьной программе, там, что я там читал, вот. Я ничего не читал глобально. У меня были какие-то представления заложенные, ну, просто какой-то элементарной логикой о том, что, ну, должна быть какая-то политическая конкуренция, какая-то там демократия, то есть что-то у меня такое было. Ну, серьезного фундамента у меня не было. И когда вот на такую неподготовленную почву ложится такой как бы мощный материал. Ну, я понимаю, что сегодня это звучит смешно. Если вы посмотрите список книг, я вот смотрел, пытался вспомнить, что же была за книга, смотрел список книг Николая Старикова, выглядит как вот просто мир параноика там. Значит, Запад финансирует развал России, главный враг России Америка. Там, вот это такая дичь просто. И как бы сегодня я, конечно, смотрю, мне смешно. Но на тот момент нужно понимать, что на меня это произвело огромное впечатление, потому что этот человек, он как бы он дал мне ответ на какие-то мои вопросы, которые у меня были. Как устроена мировая экономика? Почему одни страны богаче, другие беднее? Вот. Понятное дело, что эти ответы были неправильны. Вот. Понятное дело, что это была полная чушь, но других у меня не было ответов. Вот. И каких-то людей в моем окружении, которые могли бы мне как-то нам направить, там, не знаю, там, родители, еще кто-то, просто не было таких людей, которые могли бы мне что-то там сказать: парень, ну, только что там 15 лет назад это проходили, ты опять туда же, да? Ну, вот. Только-только, так сказать, оправляемся от этого всего. Вот, естественно, ничего такого не было. Вот. И я как бы очень сильно этим увлекся. Книжка произвела огромное впечатление, еще больше впечатлений произвел сам Селигер. Вот. Потому что, ну, если смотреть с сегодняшнего дня, там какие-то фотки погуглить, да, Селигера, ну, выглядит как, я не знаю, ну, нормально, да, там ничего особенного. Но в то время это было просто там взрыв мозга, креатив, круто, современно, там, стильно, модно, молодежно, грубо говоря, да, то есть все классно. И действительно, когда я там приехал, там выступали люди, которых я мог увидеть только по телевизору, вот, какие-то ведущие, там, писатели, тот же Стариков, там, я помню, книжку его подписал там у него, вот, то есть это, ну, взрыв просто мозга, понимаете, впечатление, вот, и вернулся я домой уже другим человеком, скажем так, после этого всего, вот, и начал увлекаться, я не прямо сразу присоединился к движению «Наши», но я начал. Первое, что я начал делать, это читать. У меня была вот целая кипа этих книжек Старика, вот эти вот желтые, черные такие вот обложки. Вот. Потом я уже, так сказать, дорос в кавычках до того, чтобы читать Глазьева. Это уже, там, понимаете, это уже круче. Это просто тот же самый бред, но только типа более умными словами. Вот. Но надо сказать, что как бы не было смешно, да, адекватным людям, но надо сказать, что Стариков, если вот вспомнить то время, его книжки, они конкурировали по продажам с Акуниным. То есть книги Старикова в то время, они продавались какими-то просто невероятными тиражами. И он гастролировал по всей стране постоянно, просто постоянно из города в город. И во многие города приезжал по несколько раз. Вот, и люди задавали ему вопросы, значит, как
Вот два самых популярных вопроса, которые задавали этому человеку. Значит, это первый вопрос, это, значит, как вы стали таким умным? Как вы все это открыли, как вы до всего этого докопались, это же просто невероятно. Вот. А второй вопрос, это, значит, когда вы будете избираться в президенты. Ну, сегодня такие глупые вопросы никто не задает уже, да, но тогда как бы не было понятно. Вот. Сегодня, да, никто не будет задавать вопрос, когда ты станешь президентом. Вот. Но, тем не менее, нужно понимать, что как бы этот человек, и был еще ряд таких же спикеров, да, там Евгений Федоров, ну, это для тех, кто потупее, скажем так, вот, Глазев, это для тех, кто типа поумнее, там, Катасонов, это, ну, тогда совсем элита, как бы, да, вот, и это была целая такая вот плеяда вот этих пропагандистов, и, скажем так, эти люди, они во многом сформировали мышление, и мое на тот момент, да, и как бы многих других людей. Вот. И ответов, к сожалению, с другой стороны, их не было. Вот это вот, наверное, я не знаю, я понимаю, что в меня там камни полетят, ты там пропагандон какой-то, значит, там даешь нам святым людям какие-то тут советы, как нам что делать. Вот. Но я просто вспоминаю как бы себя в то время, то, что было в моей голове, то, что я видел вокруг себя, то, что говорила там власть, оппозиция, то, что говорила власть, оно было более фундаментально, скажем так. То есть, что я имею в виду? Я имею в виду, что как бы вот эта путинская индоктринация, она была на очень глубоком уровне. Политика, экономика, религия, любая сфера человеческой жизни была охвачена определенной группой пропагандистов, которые как бы переквашивали мозги людей, да? То есть, например, если взять там религиозную сферу, значит, ну, там, я не знаю, просто в качестве примера, да, вот взять, например, там православие, ну, или христианство там в целом, значит, там работало тоже какие-то работали пропагандисты, которые доказывали с религиозной точки зрения, что только, грубо говоря, диктаторская форма правления является правильной, богоугодной, там, и так далее. Хотя уже потом я скажу так, я христианин, вот, не православный, вот, и я потом уже, изучая Библию, я понимал, что как бы и здесь обманули, да, вот, то есть, это и понимаете, вот это все рассчитано было на тупых людей, которые не проверяют, которые не копают, которые, у которых нет какого-то бэкграунда, которые не тратят свое время на чтение большого количества книг, сверку источников и так далее. Вот. И когда все это на тебя таким валом обрушивается, ты начинаешь во все это дерьмо верить. Вот. И с другой стороны, опять же, вот со стороны, как бы, грубо говоря, там, оппозиции, не оппозиции, тогда, я не знаю, ничего такого серьезного не было. Да? То есть никто не работал с контрпропагандой не занимался, да, вот, ну, самые простые вещи, которые я вот могу там озвучить, ну, идеи там того же Старикова, да, там, что можно печатать деньги и не будет инфляции, что вот Америка так делает, а нам что так делать нельзя, они нам запрещают, нам навязали центральный банк, вот эту всю систему, там, монетаристы, туда и сюда, то есть, и с этим всем нужно работать, это очень серьезно на самом деле, да, то есть, когда, понимаете, вот со стороны Путина было там, ну, там, люди на очень серьезном уровне анализируют там Библию, там, я не знаю, там, какое-то вот священное это предание, там, и все что угодно, выдергивают какие-то цитаты из контекста, выворачивают наизнанку, подают людям какой-то контент, это с одной стороны. С другой стороны, там, люди, которые занимаются экономикой, да, они тоже подают какой-то контент, они тоже искажают, подгоняют факты и так далее, и все это, и всему этому не было никакого противодействия, по большому счету. Вот, то есть, какой-то серьезный, то есть, чтобы, знаете, вот не было такого, чтобы я, например, там гуглил, я там ролики Старикова за поем смотрел, да, чтобы где-то рядом с этим роликом, какой-то там с похожими тегами выскочил там ролик, там, Стариков врет, и я вам расскажу где, да, то есть, и так далее, то есть, ничего подобного не было. И забегая вперед, я могу сказать, что мой, так сказать, мое разочарование во всей этой системе, оно тоже, скажем так,
происходило через изучение, только уже изучение нормальных книг, уже чтение нормальных, настоящих книг, настоящих каких-то трудов, работ и так далее, понимание какой-то базовой там мировой истории, экономики, политики, политической системе, вот, и так далее. Вот, но вернемся вот там туда, в 2008 год, когда я приехал на Селигер, значит, значит, я постепенно, то есть я постепенно начал в это во все втягиваться, начал принимать участие в каких-то там местных организациях, местных ячейках нашистских, вот, познакомился с местными активистами, вот, и, собственно, Селигер я посещал каждый год с 8 по 13. В 13 году, насколько я понимаю, был последний Селигер, вот, ну, там уже в 14 году там у них какой-то между собойчик был, значит, этих комиссаров там и с Васей Якименко там, вот, просто какая-то такая попойка старых друзей, вот, уже ничего там не было, вот, и я вот каждый Селигер посещал, обрастал какими-то связями, знакомствами, вот, продолжал также взаимодействовать с этим Денисом Бычковым. У Дениса Бычкова тоже происходила определенная эволюция взглядов и убеждений. Он, так сказать, видимо, быстро в какой-то момент сориентировался, куда, в общем-то, ветер дует, что вот эта вся демократическая лавочка закрывается. Ну вот. И он достаточно быстро ушел в «Единую Россию». Где-то примерно, наверное, году 2012, 11, может, 12 год он ушел в «Единую Россию», и в Туле произошла смена губернатора. В Тулу пришел другой губернатор, был Дудка, такой губернатор, его посадили, вот, ну, правда, потом вышел. Вы, наверное, слышали, да, вижу улыбку на вашем лице, наверное, знакомая фамилия, вот, такой интересный был, да, черт, вот. Значит, и пришел Груздев, и он поставил, я тогда еще не работал, я тогда еще занимался там частной деятельностью, созданием сайтов и всем прочим, вот, и вот этот Груздев, он Дениса Бычкова, ну, начал просто таких вот людей разных, он Дениса Бычкова поставил министром образования и культуры. Вот. И, так сказать, мои личные знакомства и связи с Денисом Бычковым позволили мне устроиться туда. Я не был госслужащим, и устроен я был там через, там, не пойми как, короче, через какую-то там дочернюю, не пойми какую компанию, потому что просто для нас не было мест. Мы занимались обслуживанием таким информационным, дизайном, листали буклеты, делали какие-то сайты для каких-нибудь там, условно говоря, там проходит какой-нибудь фестиваль, надо что-то для него сделать. Вот. Ну и вот, вот так, это абсолютно была нормальная деятельность, никакой пропаганды, никакой вот чернухи, ничего. Вот. И получилось так, что, в общем, Груздеву, видно, нужны были люди молодые, вот, и он, а так как мы там были, этим занимались, примелькались уже, вот, пресс-секретарь этого Груздева нас позвал, меня там, еще там ребят, вот, которые работали у вот этого Дениса Бычкова, и позвал нас, вот, и говорит, тут, короче, губернатор хочет интернетом заниматься, вот, а вы вроде как там в интернете как раз-таки тоже там что-то делаете. Вот. В общем, подготовьте презентацию, как вы видите там, я не знаю, там, я уже не помню детали, там, что-то там, какое-то взаимодействие там, власти там, с обществом через интернет. И мы что-то такое подготовили, нарисовали. Вот, и ну, мы думали, что это просто на уровне болтовни так и останется, честно говоря, никаких надежд не испытывали, вот, принесли презентацию, и нас просто отправили на личный прием к Груздеву, мы просто офигели, вот, значит, это все какое-то превращается в апологетику Груздева, ни в коем случае, я понимаю, что этот человек мало чем отличается от других, там, Едросов, да, наверняка у него есть там черные страницы биографии, он наверняка поддерживает войну сегодня, как они все, вот, но в тот момент, как бы, по крайней мере, как-то вот он отличался, и какие-то симпатии были к нему, вот, и мы к нему пошли. Вот, пошли заниматься интернетом. Опять же говорю, там никакой особой чернухи не было. Вот, мы какие-то вели паблики,
значит, в интернете снимали какие-то бложики, такие а-ля там региональный блогинг, видеоблогинг, записывали такие передачки, а-ля видеоблоги, их покупало местное телевидение, воспроизводило у себя в эфире, и это была наша форма финансирования. То есть вот наша деятельность на администрацию как бы вот Тульского региона, она финансировалась подобным образом, то есть было юрлицо, вот, и через это юрлицо мы заключили контракт с, значит, местным телеканалом, Первый Тульский, вот, и, значит, этот телеканал, он платил нам деньги, в принципе, за все, что мы делали, да, ну и в том числе формальным поводом была съемка вот видеоблогов, вот. И таким образом, как бы вот, наверное, где-то это продолжалось там год, может, с небольшим, я уже точно не помню. И в какой-то момент Грузию сняли просто. Причем там была такая интересная хохма, то есть он буквально уже предвыборный ролик снял, везде его крутили, что он не бросит туликов, значит, я там уже сам стал туликом, туляк там, и так далее. Вот. Значит, из москвичей в тулики и все такое. И тут вдруг он пропадает просто куда-то. Пропадает. Выясняется, что его просто, ну, сняли, грубо говоря. Вот. И почему его сняли, как до меня дошла информация, вот я немножко был информированным человеком в то время, значит, что сняли его по той причине, что его рейтинг в Туле вырос очень сильно больше, чем рейтинг вот того самого, значит, чекиста главного. Вот. Он, кстати, сам чекистов, Груздев, он учился в конце, прям вот прям перед самой перестройкой, он успел отучиться и немножко поработать где-то в Африке. Вот. И потом, значит, режим рухнул, его таланты, видимо, стали на какое-то время не очень нужны. Или, скажем так, они стали востребованы, но в другой сфере, бандитской, да? Вот. И он там, в общем, выстроил себе карьеру, у него там какие-то крупные торговые сети и так далее, и так далее. Чем он занимается сегодня, я не особо в курсе, я вообще за ним не слежу. Вот. Но такая была просто интересная история. Вот. И, наверное, этот опыт, он как-то мне тоже помог, потому что потом на Селигере, примерно в 2013 году, как раз был последний Селигер, так сказать, мой опыт помог мне познакомиться с определенными людьми, устроиться на работу там. Вот. И, как я уже говорил в самом начале, никто мне не делал таких предложений, типа, эй, парень, будешь работать, значит, на администрацию президента, там, плеваться калом святых людей там, и так далее, ничего подобного. Вот. Это выглядело скорее, знаете, как, значит, у нас вот есть компания, мы получаем государственные гранты, подаемся на гранты, нам иногда дают, иногда не дают, и нам нужны как бы исполнители под эти гранты. И, собственно, как-то оно было так. Вот. Я, конечно, может быть, забежал немного вперед. Перед этим я успел поучаствовать в ряде, ну, скажем так, движение наше, оно к тому времени уже немножко подраскололось, потому что оно стало у людей ассоциироваться уже с негативом. И к тому времени его покромсали, поделили на разные части. Вот, и образовалось там какие-то хрюши против, все дома или все дома, значит, стоп-хам, там еще всякие разные движения. И вот я лично был руководителем какое-то время «Все дома» организации, которая занималась ЖКХ, и, значит, контрольная закупка, которая занималась, собственно, контролем качества продукции в магазинах. Значит, движение наше – это организация, в которой было, в принципе, две категории людей. Это были карьеристы и искренние и глупенькие патриоты. Молодежь. Вот. Две категории людей. В конце концов, оставались только карьеристы или люди, которые ими стали. Вот. Если, значит, и в движении наше, оно было устроено как такой слоеный пирог, где ты допущен до той, скажем так, информации, до которой ты допущен, да, и ты можешь как бы это расти вглубь этого слоеного пирога. Вот. И, знаете, вот для того, чтобы понимать вообще ментальность тех людей, которые это все делали, возглавляли, вот, ближайшее окружение Васи Якименко,
У него недавно вышло какое-то интервью, и с него очень завирусился один эпизод, где он спрашивает ведущего, трахнул бы ты свою сестру? Ведущий смутился, говорит, ну нет. И Вася ему отвечает, тогда ты никогда не заработаешь миллиард. Вот это идеология вот этого человека и этих людей. И их как бы вот то, что они воспроизводили, они выращивали таких вот людей, готовых на все ради карьеры, угождения начальству, угождения вышестоящим, все что угодно, да, то есть, и мне кажется, вот когда Путин как-то раз он рассказывал, значит, о своей работе в этом в спецслужбах в Германии, там, в советское время, он говорил, что вот там работали исключительные патриоты, там, люди, которые настолько патриоты. Это вот, мне кажется, вот категория людей, как раз такие, которые готовы просто на все пойти, ради чего. Мне кажется, вот и главное движущее вот мотивы – это сыграть большую игру, быть причастным к чему-то великому, быть крутым. Вот, мои бывшие одноклассники там работают на заводе, там, в ЖКО, где-то еще, а я такой крутой, там, тут я по телевизору, там, я на форуме, я занимаюсь какими-то делами, о которых даже там говорить боятся, я там такой крутой, никто не понимает, откуда у меня деньги, там, откуда у меня машина и так далее. Вот. То есть, и это вот, в принципе, Вася Якименко, с одной стороны, надо сказать, что это невероятно харизматичный человек, невероятно энергичный человек, просто вот как, я не знаю, как батарейка энерджайзер, да. Но с другой стороны, это человек, который, моральные качества которого вот очень ярко выражены в его же собственном интервью. Вот, то есть, человек, у которого нет, в принципе, никаких моральных принципов, они отсутствуют. Вот. И, собственно говоря, и это та истина, которой в разной степени были допущены люди, находящиеся на разном уровне в движении «Наш». Вот. Например, когда я был одно время в таком направлении этого движения, как контрольная закупка, когда оно там все разделилось там, на атомы. Вот. Одним из тренингов для, так сказать, расширения сознания, для раскрепощения, для лучшей коммуникабельности было, нам говорили, что вы должны подходить к девушкам на улице и предлагать секс. Вот. И это был это просто такой тренинг, просто чтобы описать там, то, чему учили людей. Да? Это люди, которые сегодня за скрепы у нас выступают. Вот. Значит, просто да, ходить. И я могу сказать, что действительно это определенный эффект оказывало, потому что я, например, в свое время, пройдя через вот это движение «Наше», я научился говорить. То, что я сейчас с вами коммуницирую нормально, не запинаясь так более-менее, да, это вот, наверное, заслуга, так сказать, вот этих людей. Вот. В общем, они выращивали, и оттуда много кто вышел, всякие там депутаты Госдумы, журналисты, в кавычках пропагандисты, да, без кавычек, вот, и всякое разное, такие вот деятели, всякие проходимцы, обормоты, которые там на разных уровнях власти пристроились, там на госзаказ, туда-сюда, вот это вот все. Это весь муравейник путинский. Вот. И люди, которые там оказались, те, кто там сориентировались, те, кто прижились там, вот, они потом глубоко инкорпорировались вот в эту путинскую вертикаль, вот, в разных ролях. Вот. Но при этом еще я хочу отметить, немножко хронологически забегая вперед, что многие люди, которых я... Там, знаете, такая была интересная коммуникация. Если ты в движении «Наш», если ты на Селигере, если ты селигерский, у тебя Инстаграм обрастал огромным количеством вот, ну, знакомых. Потому что тогда вот мы все друг друга добавляли в Инстаграме. Я не знаю, какая-то такая традиция просто сложилась. Вот. И я просто по Инстаграму потом отслеживал судьбы этих ребят. Вот. И я могу сказать, что очень многие из них, вот та часть, которые были искренними патриотами, я потом их видел на митингах, значит, ну, которые там Алексей Навальный проводил и так далее. То есть, реально. Вот. И я думаю, что это, возможно, было одной из, может быть, даже причин того, что всю эту деятельность свернули. Вот.
На канале, кстати говоря, «Острый угол» есть интересное видео, по-моему, на «Остром угле». Точнее, этот фильм, по крайней мере, где он только сейчас не лежит, «Who is Mr. Putin?». Там есть такой интересный эпизод с парнем, который сейчас живет в Латвии, насколько я знаю, который когда-то принимал участие в движении ЭКО. ЭКО – это тоже один из аппендиксов там, движения «Наши», когда они решили отказаться от «Наших», от флага, от вот этого всего, для того, чтобы как-то перезагрузить это все, и чтобы как-то отмыться от того чернушного имиджа, который у них был. Вот. И там, в частности, были экологические движения. Вот. И там было такое движение ЭКО, и там был такой парень, не помню, как его зовут, который боролся с загрязнением окружающей среды, по-моему, в Тамбовской, что ли, области, я уж не помню. Вот. И доборолся до того, что ему пришлось просто покинуть Россию. Вот. И вот это просто пример людей, которые в той или иной степени были вот к этому причастны и, так сказать, лаптем зачерпнули, так сказать, вот этого всего. Вот. Значит, пока я был в движении «Наши», я успел поучаствовать, в частности, кто помнит, были такие триумфальные митинги в Москве, когда там прогрессивная молодежь нашего, значит, отечества выражает очередной кредит доверия нашему великому кормчему, вот, чтобы он правил еще 100-500 лет, вот, и так далее. И что вот эти митинги, они тогда собирались противовес оппозиционным митингам. Вот, я просто немножко коснулся того, как это было все организовано, очень забавно. Значит, большая часть людей, которые там была, ну, то есть там какая-то часть основных, это были действительно активисты движения «Наши», вот, которые, ну, с такой технократической точки зрения были не самыми там тупыми людьми, может быть, вот, в какой-то степени их можно было причислить там к какому-то креативному классу. Но все остальное, большинство людей, которые там были, это просто молодежь в манишках, которая была просто набрана из местных ПТУ каких-то там. Вот, и автобусами их свозили со всей Центральной России. Вот, значит, и я тоже участвовал немножко в организации, эти автобусы набивал ПТУшниками. Вот. И это были ужасные поездки, когда мне приходилось отвечать за автобус. Это был просто какой-то кошмар. Там часть ПТУшников потерялась еще по дороге в Москву, потому что они очень просились на улице в туалет. Когда вышли в туалет, там подрались, и водитель сказал: да я не буду вас ждать, идите отсюда, придурки. Вот, и, в общем, уехал без них, я не знаю, что там с ними было потом. Вот, часть ПТУшников потерялась в Москве, потому что они где-то там нажрались, вот, и это был просто какой-то кошмар. Это вот люди, которые, значит, которых привозили на эти митинги в Москву, которых потом показывали. Просто когда это показывают огромную толпу, когда камера берет такой крупный план и показывает толпу людей в манишках с флагами, там, с портретами Путина, это все выглядит достаточно пафосно, но просто она близко не берет крупный план этих лиц из толпы. Вот. И, значит, вот еще такой интересный момент, то есть это вот такие рядовые NPC, которых туда привозили. Вот. Что касается активистов движения «Наши», тоже такая вот зарисовка. Вообще для и NPC вот эти, активисты движения «Наши» из регионов любили эти акции больше всего, потому что была возможность сходить в Макдональдс. Вражеский Макдональдс. При этом, когда они там жрали, они все время говорили, конечно, что вся еда картонная, на вкус, очень невкусно, очень не нравится. Но это была, собственно, главная движущая сила и поехать. Да, и когда мы, опять же, агитировали, приходили, мы приходили в... Ну, то есть, там уже знали сверху, какая-то, видно, разнарядка приходила, что вот надо отгрузить там немножко, значит, вот этих вот, вот этой публики там на акцию. Вот, то одну из мотиваций для этих людей, почему они должны поехать в Москву на выходных, вот, было посещение Макдональдс, вот, ныне закрытого. И такая просто вот небольшая зарисовка. Вот. Я могу сказать, что в тот период времени в движении «Наши» я каких-то вот особых денег не получал. Иногда какие-то бюджеты перепадали. В частности, когда я возглавлял там вот ячейки, значит, всех домов, ячейку этой контрольной закупки, там были бюджеты.
Вот, бюджеты, ну, не сказать, что очень большие в моем случае, по крайней мере, потому что у меня не было особо много людей, вот, и как-то я разрывался между зарабатыванием денег и вот этой вот деятельностью, вот, ну, порядка там на тот момент где-то там от 10 до 20 тысяч рублей в месяц вот можно было как-то получать, тебе нужно было показать, что у тебя есть какие-то люди, что у тебя есть какой-то офис или какое-то место, куда тебя пускают, где ты можешь типа штабы себе организовать, вот. И, соответственно, какие-то тебе нужно было давать какую-то отчетность по акциям, проводить акции в регионе. Вот, нужно было отчитываться публикациями в СМИ, в интернет-СМИ, в печатных СМИ, телевизионных СМИ и так далее. Вот, ну и вот как-то так это все было организовано. Вот, и движение наше, оно функционирует. Мне кажется, одна из главных целей вообще движения наше, помимо промывки мозгов, это была цель, скажем так, вот показать, что не царь плохой, а бояре. То есть, внимание движения наше, оно было, направлено на, какие-то локальные проблемы, какие-то конфликты на локальном уровне. И цель этого всего заключалась в том, чтобы показать, что хватит, мол, гнать на Путина, давайте заниматься реальным делом, вот, создать какую-то альтернативу российской оппозиции. И надо сказать, что действительно очень много молодежи, которые хотели что-то такое делать, они приходили, ну, хотели улучшить свой город там, чтобы мусорки были нормальные, чтобы мусор регулярно вывозили, чтобы дороги делали, чтобы, не знаю, там латали крыши там и так далее, вот, убирали улицы. И люди приходили туда, движение наши, и была такая, знаете, система, что царь позволял немного пощипать местную вот эту вот элитку, местных бояр, вот, немножко пощипать позволял. Но и некоторые сильно увлекались, и им попадало. Были ребята, которым приходилось переехать в другой город, там, в другой регион, например, вот, из-за того, что у них просто с местной какой-нибудь мафией там не сложились отношения. Вот, такие бывали случаи. Иногда были случаи, когда там, я не знаю, там тот же Вася Якименко там просил человека там участвовать в какой-то чернухе, а когда человек попадал в передрягу, он его не вытаскивал, например. Да, там даже были случаи, когда человек просто в тюрьму попадал. Вот, по-разному было. Но в основном, конечно, в основном они впрягались. В основном это все, так сказать, покрывалось сверху. На уровне местного ФСБ, местного МВД там, и так далее. Вот. Если какие-то проблемы возникали. Вот. Ну, как-то так. И, значит, касаясь вот вопросов финансов, да, вот я рассказывал о том, как я в Туле работал, так сказать, на губернатора Груздева. Вот, касаясь бюджетов, да, я понимаю, что там зрителям это интересно. Ну, лично моя зарплата в то время была, ну, она не была какой-то большой. Я получал где-то около 30 тысяч рублей в месяц. Ну, надо сказать, что с тем курсом доллара, да, который был тогда, это, в принципе, хватало для того, чтобы там арендовать квартиру и как-то нормально там питаться и что-то там покупать, какую-то одежду, там, телефон и так далее. Вот. То есть, вот такой порядок цифр. Ничего, так сказать, выдающегося не было. Интереснее уже началось попозже. Вот примерно, как я уже говорил, в 2013 году я познакомился с людьми, которые, так сказать, уже работали, как я уже потом выяснил, так сказать, на администрацию президента и занимались такой более интересной, в кавычках, деятельностью, более специфической. Вот. Ну, сначала это выглядело все как то, что вот у нас есть, мы там подаемся на гранты, выигрываем гранты и выполняем то, что является, значит, условием этого гранта. Вот. Как правило, это было что-то такое нейтрально-патриотическое, там, ну, там, не знаю, там, какой-нибудь там история, там, спорт, культура там, и так далее. То есть какие-то такие вещи. Там, ну, я условно говорю, там, мы хотим там,
попадаемся на грант, чтобы по всей этой России развесить цитаты, там, не знаю, там, какого-нибудь там Ломоносова, например, да, то есть, ну, что-то такое. Вот. И потом постепенно стало уже, ну, как сказать, постепенно, достаточно быстро пошла политическая повестка. Надо сказать, что я был к этому абсолютно готов, потому что я был абсолютно таким вот, ну, пропагандированным олухом, вот, и верил в царя, верил, так сказать, вот в эту систему, верил в пропаганду, в то, что люди там на условно Болотной площади хотят развалить Россию, и чтобы наши недра достались солдатам НАТО. Вот. И так далее. То есть я был к этому абсолютно готов, к этому всему. И надо сказать, что вот эта вот команда, вот этих ребят, это была одна из многих команд, которые тогда работали. И вот эта система пропаганды, она была очень, она очень, я думаю, она и сейчас очень разветвленная. Правда, сейчас она стала более, мне кажется, централизованной с определенного момента. Ну, сейчас-то я уже вообще не в курсе, что там происходит. Но, по крайней мере, вот исходя из того, что я мог более-менее отслеживать года до 2016-го, я могу сказать, что эта система, она даже внутри себя становилась все более централизованной. Потому что та система, которая была выстроена Сурковым, она была похожа на огромный такой пчелиный рой, где какие-то вот отдельно взятые, там, так сказать, пчелы, они там что-то делают. Вот. И куча разных проектов на разные темы. Они, конечно, все курировались. Были какие-то, скажем так, были какие-то сквозные темы, которые касались абсолютно всех. Были какие-то темы, которые касались специфически тех или иных отдельно взятых проектов. Вот. Конкретно у нас, вот в нашей команде, наверное, таким основным проектом был, оно называлось «Движение Типун». Движение против хамства в интернете. Я пытался что-то нагуглить на эту тему. Может быть, остатки какой-то... Ничего уже не осталось с тех времен. Все паблики, которые были, они уже там тысячу раз переименованы, перепроданы. Что это было такое за движение типун? Ну, а слово типун тебе на язык. Значит, это была такая история про хамство. Смысл его заключался в том, чтобы создать какой-то такой желтушный проект в стиле, как оно там называется, ну, какой желтой прессы, короче говоря, вот, который публикует всякие разные там скандалы из области медиа, там, не знаю, там, Пугачева пьяная подралась в самолете, там, я не знаю, там, Филипп Киркоров разделся на сцене, там, Жириновский сказал, что все бабы дуры, ну, то есть, вот такое. И под этим соусом, то есть, ну, набирать какую-то подписоту подписчиков, и под этим соусом гнать уже политику. То есть, к этому примешивать, там, я не знаю, там, Борис Немцов сказал, что, там, я не знаю, там, у россиян очень низкий уровень гражданского самосознания. Негодяй, ну, как он смел, значит, такое сказать. Вот, русофоб, да, вот это вот тоже тема двигалась, там, русофобия. Вот. Ну и вот так вот по всем оппозиционерам, собственно, проходились, выдергивались какие-то цитаты, вот, очень любили там, я помню, ну, Валерию Новодворскую, потому что Валерия Новодворская там остра была на язык, да, очень много всего говорила. Естественно, что люди как бы неподготовленные, для них это просто выглядело как абсолютное хамство. Вот. Сейчас я могу сказать, что я, так сказать, с любовью пересматриваю ее старые видео, там, интервью на «Эхо Москвы» там, и так далее. Вот. Но на тот момент это, конечно, воспринималось как что-то совершенно ужасное. Вот. И это все, вот, в общем, вот эта вот такая желтая пресса, и к ней приклеивалась вот эта вот политическая повестка. То есть, например, я у себя там откопал какие-то материалы. Там есть такой, ну, просто вот как пример, один из кейсов, рейтинг авиахамов. Есть картинка, которую я делал. Эта картинка является отчетом как раз-таки туда наверх, вот, где приводится цитируемость как бы этой новости. Мы работали не как какой-то отдельный какой-то паблик или какой-то канал или еще что-то, а мы старались сделать какое-то такое
информационную работу, наполнять средства массовой информации, выходить в паблик, что называется, попадать в новости. Вот. И показателями нашей эффективности была там цитируемость, вот, просмотры там, новостей и так далее. То есть даже не наши собственные ресурсы, а именно насколько мы хорошо вот попали в информационный поток. И вот этот вот рейтинг Авиахамов, я не помню, там тут уже я не вспомню, кто там был конкретно, но наверняка кто-нибудь из российской оппозиции что-нибудь сделал в самолете или что-нибудь сказал, и к этому всему было приклеено, значит, какие-то чисто такие гражданские там истории, кто напился, там кто там что-то подрался в самолете. Вот. Это просто как вот один из примеров. И также были еще, если помните, была такая история с Алексеем Навальным, когда его обвиняли в том, что он якобы распространяет компьютерный вирус, который, ну, это такая, знаете, история, она очень быстро заглохла, потому что она была совершенно тупая, вот, а-ля Навальный Гитлер. Это был абсолютный фейк, который вбрасывали, в том числе мы участвовали в этом вбросе, что вот Алексей Навальный распространяет компьютерный вирус, который вымогает у людей деньги в пользу ФБК. Вот, это состряпал человек просто на компьютере, грубо говоря, там, ну, знаете, можно залезть в HTML-код страницы, там что-то поменять, сделать скриншот, как будто вот именно так вот веб-страница и выглядит. Вот, можно просто в фотошопе нарисовать. Вот. То есть это был абсолютно какой-то фейк, и этот фейк был выдан за действительность и распространялся, форсился, в общем, вот, в социальных сетях, масс-медиа. Вот, значит, какой порядок цифр там был, и что там за люди работали помимо меня, и чем я лично там занимался. Значит, я там, значит, занимался, по сути дела, производством контента. Вот, там были люди, которые занимались SMM, там были люди, в общем, администраторы, скажем так, и были люди, которые занимались написанием текстов, потому что текстов было много. Вот, я занимался всем понемногу, ну, точнее, как сказать, я занимался производством графики, то есть это, в общем, какие-то обложки, тогда еще было очень популярно, всякие обложки для новостей, тогда только вышел «Спутник Погром», который вот с этими обложками для новостей, вот, это было дико популярно, в общем, я этим занимался, я занимался производством видеороликов, вот, я занимался немножко программированием, потому что делал веб-сайты иногда, вот, ну и, собственно говоря, вот, да, вот это вот основной перечень моих. И немножко тексты писал. Вот. И, значит, были другие люди, которые больше специализировались. Например, упомянутый вами Роман Голованов. Вот. Он, кстати, тоже из Тулы. Вот. И, так сказать, к своему стыду могу сказать, что это именно я его туда притащил. Вот. Я как это, знаете, это мужик, который напился и там рассказывает истории, там, значит, это я там вот видел там вот там Брежнев, и я вот там вот сбоку стою. Может так показаться. Но действительно, я просто, это был мой знакомый парень, я его туда притащил во всю эту историю. Вот. Ну, не я его индоктринировал, скажем так, он уже был достаточно распропагандированным человеком. Вот. И Роман Голованов, он занимался текстами больше. Вот. Был там еще такой человек интересный, Эдвард Чесноков. Вот. Это человек, который сейчас работает в газете «Комсомольская правда». Вот. И он там, насколько я понимаю, работает в иностранном отделе. Зарубежный отдел это называется. Вот. А зарубежный отдел «Комсомольской правды» – это просто филиал ФСБ. Вот. И люди, которые его возглавляют, там работают, тот же самый Баранец, там другие вот эти всякие, вот, я к своему стыду там помню еще эти фамилии, вот, это просто чисто гобня. Вот. И этот Эдвард Чесноков, он, я немножко о нем, так сказать, потом еще расскажу в контексте «Двуглавого орла», вот, там тоже с ним пересекался, вот, ну, этот человек является таким тоже, скажем так, теневым таким пропагандистом, он мало светится на, значит, в
публично, но, как бы сказать, играет какую-то определенную роль. Вот. И газета «Комсомольская правда» – это не просто так себе желтуха. Вот. А, значит, и тот же сам Роман Голованов, он потом тоже пошел туда, в «Комсомольскую правду». Ну, правда, не в зарубежный отдел. Вот. А, значит, и вот таким образом мы работали. Работали, наверное, с года, вот, с конца 2013 года. То, что я познакомился, получается, на Селигере с этими ребятами. И потом, ну да, и как бы вот, наверное, потихоньку начал с ними взаимодействовать. Вот. И, наверное, года, наверное, до 15-го это все продолжалось. Вот. Значит, я не был официально там оформлен вообще никак. Не было ни ИПшки, ни ООшки, ничего. Вот, значит, зарплата там была, ну, я помню, что начинал я там с какой-то небольшой зарплаты, там, а-ля 15 тысяч первая моя зарплата была, потом я дошел где-то там до 40, там, 50-60 тысяч, вот, сколько другие ребята там получали, я не знаю, я не могу сказать, ну, потому что это как бы не принято обсуждать, вот. Надо сказать, что, ну, в то время это была неплохая заработная плата, если ты живешь в городе Тула, вот, ну, нормально, вот. Ну, это не были какие-то баснословные деньги, но было интересно, и я могу сказать, что я, конечно, верил во всю эту билиберду, да, но в том числе было, я сам превратился в такого, значит, нашиста карьериста и движущими силами, вот тот мотивами лично моими были на тот момент, как я уже сказал, вот эти, запомните эти фразы, они актуальны для любого нашиста там и, наверное, даже чекиста. Вот. Ну, я, конечно, себя к этой касте не причисляю, я так глубоко, так сказать, не закапывался в это во все дерьмо. Но это движущие мотивы быть великим, быть причастным к чему-то великому. Это вот все, что ими движет в конечном итоге. Потому что тот же самый патриотизм, который на старте является мотиватором, он постепенно уходит, потому что когда ты приступаешь одну нравственную планку за другой, одну нравственную планку за другой, то это постепенно, ну, на публику, да, но в реальности уже этого вообще не верят люди. Вот. То есть чисто просто быть в системе, быть выше других. Да, все тонут в говне, но, так сказать, вы по шею, а я, так сказать, по щиколотку. Вот, я круче. Вот. И мои там, условно говоря, там одноклассники работают на заводе, а я там гоняю по каким-то форумам, меня показывают по ящику, я такой весь крутой, приезжаю в свой город, люди идут по улице, оборачиваются, это тот парень, он со мной там в школе учился. Вот. Ну, это вот мотивация, как бы это то, что остается в конечном итоге у этих людей. Вот. Я думаю, что это является, наверное, я могу только предполагать, мотивацией для тех же чекистов, там, ЦПшников, да, там, не знаю, там, ну, это вот эти такие политический отдел в МВД России, вот, и так далее, и нашистов, и депутатов, и губернаторов, и кого угодно. То есть это вот одна мотивация, это тот дух, который там преобладает, скажем так, в образ мышления и так далее. Да, я хотел бы у вас уточнить, вам какие-то разнарядки, может быть, спускали сверху, по кому работать, и как это вообще происходило взаимодействие? Или вы были предоставлены только самим себе, вы сами инициировали свою медийную деятельность в отношении какого-либо оппозиционера? То есть вот сам выбор направления ваших действий, атаки, да, на какую-то оппозицию в России спускался сверху, или вы сами выбирали? Там было и так, и так. То есть, ну, надо понимать, что люди, которые там работают, это не случайные люди, да, они, в принципе, ориентированы на то, чтобы работать и, так сказать, ловить тренды и так далее, понимать, что сегодня актуально, вот. Но, с другой стороны, конечно же, были разнарядки, вот. И одно из них, вот, то, что на память пришло, это история с
Greenpeace и нефтяной платформой. Вот. Скажем так, я понятия не имею ничего об организации Greenpeace. Я не знаю, насколько они там честные, порядочные люди. Не знаю, не мое дело. Вот. Но, по крайней мере, в отношении вот этой истории была разнарядка. И там это было притянуто к Ходорковскому конкретно. Вот, опять же, я ничего не знаю о Ходорковском, насколько он порядочный человек, не являюсь каким-то его апологетом, просто вот рассказываю. Значит, это касалось конкретно Ходорковского. Значит, там логика была такая, что нужно было отобразить следующий месседж, что атака на разломную вот эту платформу – это значит, политический заказ, потому что значит, Россия пытается показать свою мощь, укрепить свой суверенитет там, и что-то такое прочее. Вот. В то время как, когда наша страна лежала у ног Запада и НАТО, и когда она была дружественна Западу, подобные атаки не происходили. И вот, мол, Ходорковский, он там всю Сибирь, Урал и еще там, не знаю, что загадил своей нефтью, но к нему якобы никаких претензий не было. А претензии, которые предъявляются к Роснефти, да, это же ее, по-моему, или я не помню, Газпром или Роснефть, неважно. В общем, те претензии, которые вот к этим компаниям предъявляются, они политически мотивированы, мол. То есть, типа к либеральным олигархам, которые продавали страну там, и так далее, вот, к ним никаких претензий не было у международных организаций. Вот. А к этим структурам есть претензии у международных организаций, экологов и так далее, потому что они все эти экологи ЦРУшные и все в этом духе, натовские, ЦРУшные и так далее. Вот, они все работают на западной разведке, и их претензии политически мотивированы, и атаки политически мотивированы. Вот это был основной месседж. И, собственно говоря, вот в этом ролике он как бы проиллюстрировал. Сегодня ни у кого нет сомнений, что акт нападения Greenpeace на российскую нефтяную платформу является политическим заказом, призванным не допустить российские компании до арктической нефти. В качестве аргументов экологи постоянно приводят в пример нефтяные разливы компании Роснефть в Ханты-Мансийском автономном округе. К протестам Greenpeace активно подключаются российские либералы. Те же самые, что выходят на митинги в поддержку Михаила Ходорковского. Причем тут Ходорковский? Все очень просто. Нефтяные месторождения сегодняшней Роснефти раньше принадлежали компании ЮКОС, собственником которой и являлся Ходорковский. Вопрос. Вы когда-нибудь слышали, чтобы экологи из Greenpeace предъявляли хоть какие-то претензии компании ЮКОС и лично Ходорковскому? А ведь именно ЮКОС в 90-е нещадно эксплуатировал старое советское оборудование и трубопроводы, не вкладывая ни копейки в модернизацию производства. Именно Ходорковский довел экологическую ситуацию на Урале до катастрофической. Таким образом, поведение Greenpeace – это не что иное, как двойные стандарты. Подумайте об этом, когда в очередной раз будете смотреть телевизор. Когда я этот ролик делал, естественно, я не опирался ни на какие факты. Ну, я что-то там погуглил. Вот. Естественно, я понятия не имел, были ли у Ходорковского какие-то конфликты с экологическими организациями или не было. Вот. Я понятия не имел. То есть, это было просто, ну, вот сфабриковано, что называется, слеплено на коленке, вот, упаковано в программе After Effects и, так сказать, выложено на YouTube. Дальше оно уже там жило своей жизнью, там уже занимались там люди, которые занимаются SMM, там и так далее, администраторы, вот, они уже занимались распространением этого контента. Вот. Это просто вот один из кейсов, одна из разнарядок, которая приходила. Вот. Вторая разнарядка – это история с Украиной, как раз когда я там работал, вот началась война, вот, по сути дела она началась именно тогда, вот, с оккупации Крыма, с вторжения, значит, на Донбасс и так далее, вот, и, значит, получилось так, что, ну да, была разнарядка, то есть мы должны были показать вот этих людей, там Гиркин, Моторола и вот эта вся губкомпания, мы должны были их показать героями. Ну, естественно, что все высказывания против этих людей интерпретировались как там, жуткая русофобия, двойные стандарты оппозиции там, и так далее, и так далее, и так далее.
Вот. Ну, собственно говоря, это стандартная такая пропагандистская солянка, которая вот подавалась, так сказать, российскому зрителю через различные средства массовой информации и коммуникации. В какой-то момент времени, наверное, это на дворе был год 15-й, может, 16-й, где-то вот на рубеже, у меня такой разговор состоялся с отцом, и он мне рассказал историю, наконец-то. Ну, они все-таки люди советские, и советский человек боится рассказывать многие вещи. Уже на дворе Советского Союза не было 100 лет, они все равно не рассказывали. Вот, мне рассказали историю моего деда. У меня фамилия Литке, как вы озвучили, это фамилия немецкая. Вот. И мой дед был, соответственно, немцем. Вот. Он был из Белгородской области, в районе села Ракитное. В селе Ракитное жила моя бабушка украинка, фамилия Бородаенко. Или Бородаенко, я не знаю, как правильно. Вот, значит, из казачьего села, соответственно. Вот, так вот они как-то там познакомились. Получается, что моей бабушка и дедушка, когда началась Вторая мировая война, они попали в оккупацию. Вот, когда их, так сказать, освободитель, то моего деда отправили в лагерь в Казахстан. Просто за то, что он оказался на оккупированной территории, он не был там никаким полицаем, там ничего. Вот. А моя бабушка была отправлена тоже в ссылку в город Новомосковск Тульской области. Город Новомосковск Тульской области, где я родился, это город ссыльных, который, в принципе, комплектовался вот такими людьми, которые, ну, не классифицировались как прям конкретные предатели там какие-то, да, вот, но типа неблагонадежные. Там были шахты, и там была химическая промышленность, вредные заводы, куда направляли вот этих неблагонадежных людей, как бы их не жалко, вот можно кинуть туда, вот, там же и подохнуть. Значит, соответственно, моя бабушка жила там какое-то время, одна с детьми, и потом, когда Сталин помер, то моего деда вернули каким-то образом. Вот. И я, когда это все начал как бы воспроизводить, я представил себе, в каких условиях он там находился. Я даже не могу представить, что он там пережил в Казахстане. Вот. И мне, ну, и отец тоже рассказывал, что это было очень тяжело. И для моей бабушки, которая там жила впроголодь, там пухла от голода, кое-как там подняла детей одна. Вот, как она там жила в общаге, какие у нее там были конфликты, жуткие отношения с соседями в этой же общаге. Вот. И я просто, когда это все себе представил, мне стало очень обидно, какого черта значит, ну, я тогда восхваляем, значит, этого Сталина, вот, рассказываем о том, что репрессий не существовало, не существует. И вот, ну, и вот весь вот этот культ неосоветский, который Путин там развивал, мне стало как-то вот очень обидно. Вот. И это такой вот тоже был, скажем так, переломный момент уже в другую сторону в моей жизни. И после этого я начал копать, так сказать, читать. Я не знал, что мне читать на эту тему. Гуглил интернет, смотрел. Но, скажем так, я все-таки был еще ватником, да, по своей сути, пусть и таким сомневающимся. Вот. Значит, я накопал в интернете таких людей, как Леонид Петрович Решетников и его, так сказать, команда. Ну, вот. Это были люди, которые на тот момент меня полностью устраивали, потому что они были тоже там патриотами-государственниками, но при этом антисоветскими. Вот. Меня это подкупило. Вот. И я просто поначалу, ну, просто читал их книги. В то время я уже ушел я из пропаганды. Вот. Я работал просто там дизайнером на телевидении. То есть, просто скажем так, связям, которые у меня были, я устроился, работал там на телеканале «Спас». Вот. Это, да, очень интересное место. В каком плане интересное?
Ну, кажется, что там я не был там связан ни с какой пропагандой, я просто занимался графическим дизайном, делал заставки для каких-то программ, делал какие-то вставки для каких-то отдельных программ, там, ну, просто, я не знаю, там, оформлял цитатки там и все в этом духе, то есть оформлял социальные сети. Я уже как бы не был ни с какой пропагандой связан, это была просто работа, вот, и... Я на досуге изучал, читал книжки. Вот. И так я вот узнал про этого Решетникова и про то, что они выпускают книги. Я толком не знал еще, что такое Российский институт стратегических исследований, в котором они работали, и логотип которого красовался на всех этих книжках и в роликах этого самого Решетникова. Вот. Ну, мне как бы нравился контент. Он меня в то время полностью устраивал. Вот. И в какой-то момент времени я, ну, так сказать, когда я уже заинтересовался этим, к этому времени книжки Решетникова перестали продаваться в открытой продаже, в интернет-магазинах, издательства их уже перестали выпускать. И он, потом я уже узнал, что он ушел из вот этого РСИ, который он возглавлял. РСИ – это Российский институт стратегических исследований, который является аналитическим отделом службы внешней разведки. Вот. Такие страшные слова. Значит, и я... Искал какие-то книги, хотел найти, и позвонил просто по контактам, которые были указаны на книге. Вот. Позвонил, и это оказался как бы сотрудник издательства по совместительству, значит, как он называется-то? В общем, муж дочери этого Решетникова, вот, который у них там этим издательством занимался. Вот. Он мне сказал, приезжай к нам в офис, значит, у нас там много книжек. Вот, и я приехал к ним в офис, вот, чисто купить книжек, вот, и там с ним разговорился, с этим парнем, как бы обычный парень в общении просто, вот, разговорился с ним, он сказал, что у них, значит, немного рассказал о том, кто такой Решетников, о том, что это вообще такое за РСИ, о том, что он там не работает, но они сейчас создали общественную организацию «Дуглав Орел», где я, собственно, с ним и разговаривал, вот, и значит, потом он меня пригласил на какой-то круглый стол. Вот, и получается, что меня пригласил к себе Решетников пообщаться, вот, и как бы он со мной пообщался, и показал, что мы с ним, значит, земляки даже, потому что у него тоже родственники из Ракитного, тоже из казачьего села, вот, если у меня только бабушка оттуда, то у него оба родителя оттуда, я так понял, вот, и... Получается так, что у них не было людей, не хватало людей, вот, и как бы я их полностью устраивал, ну, я сейчас-то понимаю, что, скорее всего, они пробили мою биографию, да, биография им понравилась, вот, и мне предложили быть руководителем регионального отделения «Дуглава Орла», вот. Ну и потом уже в ходе общения я начал, значит, там делиться какими-то своими соображениями. Я немножко забежал здесь вперед, потому что перед этим, значит, когда я, в общем-то, изучал литературу, я в какой-то момент, изучая там антисоветскую литературу, литературу о советских репрессиях, историю, значит, антисоветского подполья в СССР, там, каких-то организаций типа НТС, там, эмигрантских и так далее, и все прочее, вот, я в какой-то момент заинтересовался вообще тем, что такое марксизм, вот, и мне стало интересно, почему, потому что, ну, так сказать, Советский Союз был основан на этой идеологии. И если мне не нравится, ну, Советский Союз, я понимаю, что это был там тоталитарный режим, то интересно было понять, что это за идеология такая. Я начал читать. Читать я начал «Капитал». «Капитал» я ничего не понял. Что, ну, и сама книга по-дурацки написана, честно говоря. Вот, и это такой сборник экономических мифов в стиле Старикова, только прошлых лет. Вот, значит, и... Я прочитал, ну, не дочитал «Капитал», потому что нереально это все прочитать, конечно, это умру. Вот. Но мне попалась другая книга, я решил все-таки копать.
посчитать, может, какие-то краткие конспекты, еще что-то. Мне попалась другая книга, по, тоже Маркса и Энгельса, «Происхождение семьи, частной собственности и государства». И это очень интересная книга, потому что если «Капитал» – это сборник экономических мифов, уже на самом деле к тому времени, как он вышел, не актуально, вот, то именно «Происхождение семьи» – это книжка, в которой социальная философия марксизма изложена. Вот. А учитывая как бы мои такие радикальные консервативные убеждения еще в тот момент, на меня это оказало колоссальное впечатление, потому что в моих представлениях ну, Советский Союз, марксизм, облик и морали, Ферштейн, то есть значит, все максимально строго, консервативно, вот, и так далее. Но то, что я там увидел, меня повергло в шок, потому что там было, в частности, написано, что, в принципе, институт семьи не нужен, вот, и что люди должны, что институт семьи – это там придумали какие-то там проклятые капиталисты, которые хотели закабалить людей, и вот, и всякие бред тому подобный. Ну, там было, в частности, сказано, что в будущем институт семьи вообще не нужен, потому что мужчины и женщины должны заниматься свободно сексом с кем хотят, как хотят, и без каких-либо обязательств. А если у женщины вдруг рождается ребенок, и государство должно его, в принципе, выращивать в каком-то там, я не знаю, интернате, инкубаторе там, и так далее, вот, делая из него настоящего коммуниста. И идеальный образ общества там сравнивался со стадом антилопа. Стадо антилопа, оно куда-то бежит, вот, и антилопа, которая новорожденная, она не знает своего отца, вот, и с матерью она только до тех пор, пока питается материнским молоком, как только она начинает сама там что-то подбирать, какой-то подножный корм, то все, уже она от матери откалывается, и марксисты подавали это как более ну, таких эволюционистских позиций, как бы, как более прогрессивных, хотя не очень понимаю, мне кажется, все-таки львиный прайд – это более прогрессивная форма социальной организации, да, чем стадо антилоп. Ну, вот они и так это рассуждали, и меня это повергло в шок, и там еще объяснялось, что, вот, собственно говоря, государство должно быть социальным именно для того, чтобы вот эти все скрепы, естественные такие вот их разрушить. То есть оно должно создать условия, при которых женщине не нужен муж, родителям не нужны дети, там, старикам тоже не нужны дети и так далее. То есть вот такую вот систему максимально должно создать, при которой как бы люди они полностью разобщены. Вот. При этом все это называется коллективизм. Коллективизм почему? Потому что они подчинены единому как бы, лидеру, и они все работают как бы, в одном, как единый коллектив, в одном каком-то направлении. Вот. И, но при этом они изолированы полностью друг от друга, нуклеарные какие-то индивиды, которые просто, грубо говоря, перепихиваются, когда им приспичило, и все. Вот. И для меня это была какая-то как бы, ну, просто невероятная информация, которая просто перевернула, взорвала мой мозг. И в очередной раз я очередной миф был развенчан в моей жизни. Вот, что марксизм – это что-то совершенно другое. И потом, когда я начал немножко уже изучать, уже будучи даже в Дуглава Марли, я начал изучать, это, знаете, такой очень смешанный период. То есть, я читал вот эту литературу, я пришел в Дуглава Орел, вот, и оно как-то все там одно на другое накладывалось. Вот. И изучая эту литературу, я, например, обнаружил, вот, опять же, на канале «Острый угол» есть одно интересное видео, где разбирается деятельность Штази в части работы с западными левыми организациями. Вот. И я для себя понял, я начал читать, вообще изучать левую литературу конкретно, то есть не о левых читать, а вообще левую литературу начал читать. И я обнаружил для себя ужасные вещи. Например, там первое гей-движение было создано в США в 1953 году обществом Маттачин. Это была дочерняя организация Компартии США. Компартия США – это была просто-напросто ячейка КГБ в Америке. Она работала подпольной организацией. Это общество Маттачин. Оно, ну, Маттачин – это слово, которое был какой-то итальянский клоун Матачино, я не знаю, из литературы откуда-то, который всегда говорит правду. Ну, это не имеет отношения к делу. Просто объясняю название. Да? То есть они, вот это вот общество, это первое такое организованное гей-движение,
часть вот этого общелевого движения, и оно так и было частью этого левого движения. Оно так и оставалось. И когда Советский Союз, когда советские граждане выходили с табличками в поддержку Анджелы Дэвис, они на самом деле выходили еще и в поддержку всего, всех тех антискрепных вещей, которых они сегодня рассказывают, что это, значит, там, Запад и так далее. То есть, просто, я не знаю, там, змея укусила сама себя за хвост. То есть, это был какой-то взрыв мозга для меня. И у меня как бы начал такой пазл складываться, что люди, которые вот это все делают, это какие-то глубоко аморальные люди, у которых нет совершенно никаких убеждений, у которых, я не знаю, что там, власть, деньги, я не знаю, что, какие у них убеждения. Они готовы весь мир стравить между собой, столкнуть, утопить в крови, сделать все, что угодно, просто для того, чтобы казаться царями горы, что ли, я не знаю. Вот. И я много прочитал именно такой левой марксистской литературы. В то время она, я английский язык тогда не знал. Ну, как бы сейчас пытаюсь изучать, вот тогда его не знал, поэтому я довольствовался тем, что вот на русском языке выходило. На русском языке выходило тоже кое-что уже выходило. Вот. И у меня есть там, обзавелся учебником по гендерной теории и истории квир-движения, там, и что там только не было. Я, в общем, наверное, вот все, что было в России тогда издавалось, все, что можно было купить на Озоне, я купил и прочитал. Вот. И, собственно говоря, когда я был вот в этой организации «Дуглав Орел», я когда туда пришел, я начал общаться с вот Решетниковым, говорить о том, как важно заниматься социальными сетями. Вот. Им нужно было, видимо, тоже какой-то показывать какой-то результат, там, отчитываться, не знаю, перед кем, вот, что у них есть какие-то там социальные сети, какие-то группы ведутся, поэтому мне просто там, грубо говоря, дали какую-то денежку, значит, на местное отделение Дуглава Орла, плюс на то, что я веду социальные сети, и вот я вел социальные сети, у меня было несколько групп, у меня был мой основной паблик, который назывался «Исток», вот, не важно, почему так назывался, там отдельная история, вот. У меня было еще два паблика. Это «Красная русофобия» и «Красный экстремизм». Вот. И, может быть, еще что-то, я уже не помню. Ну, и официальный там паблик «Дуглава Орла», который, ну, был такой чисто очень официозный. Вот. Я его даже не всегда вел. Там, помимо меня были, так сказать, администраторы. Вот. И, собственно, все, чем я занимался в «Дуглавом Орле», я читал книги и писал статьи разные. Вот. И, значит, когда я все это изучал, я постепенно начал и изучать и касаться вопросов экономики. То, с чего, собственно, началась моя нашистская деятельность, да, с книжки Старикова. Вот, насколько я помню, это была книжка «Кто финансирует развал России». Вот. Там касались тоже вопросов экономики, Стариков касается. И потом уже другие книги, я его читал, там «Кризис, как это делается» и так далее. То есть, я был так вот индоктринирован в первую очередь через экономические вопросы. Ну, вот во всю эту там путинскую пропагандистскую инфраструктуру. Вот. И я читал разные книги, я читал в том числе книги по экономике, книги таких прорыночные книги, в частности, я читал Милтона Фридмана, я читал Людвига фон Мизеса, и я читал Егора Тимуровича Гайдара замечательного. Вот, его книги, это, конечно, ну, это очень важно, это должны читать все «Гибель империи» там, вот, и другие его работы, вот. Это очень важные, конечно, работы, особенно в контексте российской истории, чтобы понимать вообще, как там, что происходило. Вот. И вот это все вкупе, оно как бы меня меняло, оно открывало мне глаза на разные вещи. Ну, я могу немножечко каких-то, может быть, подробностей дать, не знаю, кому это будет интересно, но вот если касается вот тех мифов, которые распространяют там тоже Стариков и ему подобные, это целое ворох пропагандистов достаточно умных, которые до сих пор работают, и их бредни про центральный банк, про то, что надо национализировать центральный банк, печатать деньги в неограниченных количествах там, вот, и всякое такое прочее, это бред до сих пор актуален на самом деле. Огромное количество людей это все употребляет, весь этот контент до сих пор.
Вот. И это очень важная часть путинской пропагандистской вот этой всей машины. И те мифы, которые рушились, я в результате изучения литературы, я докапывался до многих вещей. Например, ну сам, я не знаю, какие-то вот можно какие-то конкретные вещи сказать. Например, там Стариков и ему подобные рассказывают о том, что советский рубль мог стать мировой резервной валютой, что Сталин хотел сделать рубль золотым содержанием, противопоставить его доллару, и за это его якобы убили. Это, конечно, бред. Абсолютно. Любой экономист, который будет нормально это слушать, скажет, что это невероятный бред. Но это с его точки зрения. А с моей точки зрения, с дырявой головой, это с нулем абсолютно, понимаете? Это в свое время было воспринято как великое откровение, понимаете? Вот. И потом уже изучая, в том числе читая, кстати говоря, советскую литературу, я обнаружил, что это абсолютная бредятина, потому что советская плановая экономика и рыночная, они в принципе несовместимы. Советский рубль, он в принципе не может быть никакой альтернативой доллару. У него не может быть золотого содержания. Вот они сейчас все носятся с тем, что надо вернуть золотой стандарт. И Путин, по-моему, про это говорил, и куча разных единороссов, разных пропагандистов говорили про то, что надо вернуть золотой стандарт. Это бред. Особенно, когда это подается в контексте плановой экономики. Плановая экономика и золотой стандарт – это настолько несовместимые вещи, потому что золотой стандарт – это конвертируемая, ну, это конвертируемость на основе золота. Вот сейчас валюты мировые, они конвертируемые, ну, как сказать, это плавающие валютные курсы, они друг друга, грубо говоря, обеспечивают. А золотой стандарт – это обеспечение на основе золота. И оно несовместимо с плановой экономикой вообще, потому что в плановой экономике стоимость различных предметов, она определяется директивно. И плановую экономику вообще невозможно совместить с рыночной экономикой. Например, значит, вот в Советском Союзе был такой блок СЭФ, типа международная такая организация, значит, социалистических экономик, которые между собой вели ну, какое-то экономическое взаимодействие. Вот их доля от всей мировой экономики равнялась, там, условно, там, я не помню, на пике достигала, может быть, там 30-40% от общей мировой экономики. Вот все те страны, которые были оккупированы советской властью или китайцами. Вот. Но их взаимная торговля между этими странами от общей мировой торговли составляла всего 4%. 4% от мировой экономики. То есть, и с чем это было связано? Советские экономики были несовместимы даже между собой. То есть, условно, экономика какой-нибудь Чехословакии с экономикой СССР несовместимы, потому что разная номенклатура цен. Вот. И вот эти все вещи, я почему сейчас про это рассказываю, можно сказать, ну, это какая-то не имеющая отношения к нашему разговору информация. Но это просто информация, которая вот показывает, насколько важно в таких мелочах разбираться и доносить это до простых людей, которые нагружены вот этой пропагандой, понимаете? Им подавать это и говорить, смотри, твой Стариков врет тебе здесь, он врет тебе здесь, 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 вот смотри, как он врет, вот здесь он искажает, вот здесь он искажает и так далее. Давать людям настоящую экономическую теорию, а не фейки. Давать людям настоящие знания, давать людям, ну, и так далее. То есть, нужно работать именно, как бы, нужен фидбэк какой-то. То есть, вот, условно, у Старикова вышел ролик о том, что там советский рубль мог быть, значит, мировой резервной валютой. И должен выйти ответный контр-пропагандистский ролик, да, какого-то блогера, там, неважно какого, да, который показывает, почему это бред сивой кобылы. Этого не делает никто до сих пор. Вот. И я в своем вот этом паблике, который у меня был исток, я вот об этих вещах писал в том числе. Вот. В том числе об этих вещах писал. Несмотря на то, что я еще такой был ватненький в то время, да, вот. Ну, и вот это все во мне, так сказать, происходило, кипело и так далее.
Или вот, например, другой пример, да, пропаганды, которой тоже никто не занимается. Это религиозная сфера, потому что я в то время читал Библию. Я понимаю, что это такая субъективная тема, я никого не собираюсь сейчас. Хотите ли вы поговорить о Боге, да? Я не к этому веду, я веду к тому, что просто вот один из примеров. РПЦшные пропагандисты доказывают, якобы на основе Библии, там, и в первую очередь, что монархия, ну, как диктатура вообще, это богоугодная форма правления. Это полная чушь, потому что, ну, даже взять, например, становление израильской монархии, да, евреи попросили себе царя, просим себе царя, как у других народов. Бог их отговаривал, неважно, кто верит в это, не верит, но это документ, на который опираются как минимум религиозные люди, да, поэтому он имеет значение. Так вот, Бог отговаривал евреев, он говорил им, что царь, как у других народов, будет обкладывать их данью, налогами, посылать их на бессмысленные войны, устраивать тиранию, и так далее. Будет править по своему произволу. Они говорили, нет, все равно хотим. Потому что до царей была эпоха судей, такая более такая, ну, такая анархическая или демократическая, не знаю, система. Вот. То есть, даже, ну, вот этих вещей кто-то должен этим заниматься, этим никто не занимается, понимаете? То есть и вся деятельность, ну, скажем так, российской оппозиции, она сводится к тому, чтобы показать, где Путин сколько своровал, сколько у него яхт, сколько у него шлюх, сколько у него внебрачных детей, вот, и так далее. Но поверьте мне, что для простого русского ватника, вот, который простой, как огурец, да, для него эта информация, она никакого влияния на него не окажет. Потому что у этого человека в голове Стариков, у этого человека в голове какой-нибудь Кургинян, у этого человека в голове, значит, Тихон Шевкунов там какой-нибудь и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Они читают книги, они читают дурь всякую, но они действительно читают, они смотрят какие-то аналитические передачи. Поэтому моя деятельность в Дуглавом Орле, она меньше была связана даже с самим Дуглавом Орлом, хотя я ездил на всякие различные мероприятия. Вот, я, собственно, получилось так, что я был на двух съездах этого Дуглава Орла, третьего, насколько я знаю, уже не было, потому что организация развалилась. Вот, и я больше там взаимодействовал с Решетниковым и людьми из его окружения, нежели с Малафеевым. Потому что обычно людям интересен Малафеев в этой связи. Вот, он так больше на слуху. Вот, я с Малафеевым просто знаем друг друга в лицо, что называется. Несколько раз здоровались, пару раз общались. Насколько вот меня что еще поразило в то время, Малафеев по взглядам абсолютно социалист. Он свои взгляды описывает как православный чекизм. Вот. И для меня это такой тухлый винегрет, что вот я поэтому больше с Решетниковым общался. Решетников в этом плане, опять же, не хочу его там хвалить и быть его апологетом. Человек является, по большому счету, преступником, да, автором, одним из активных авторов этой войны. Вот. Но он был куда более адекватный, чем Малафеев. Он, в частности, понимал, что такое рыночная экономика. Он, в принципе, не мыслил как бы Россию как какую-то изолированную такую от мира страну. Вот. То есть он по сравнению с другой вот ватой, которую я видел, да, там, к тому моменту, он был, наверное, самый адекватный вот, из всех людей, которых я видел. К тому моменту я там, с каким-то депутатом Госдумы общался и с разными там, людьми вот, виделся. И этот человек на меня произвел наиболее адекватное впечатление вот, из всей проправительственной тусовки, которую я на тот момент знал. Вот. Но, тем не менее, многие вещи, которые они говорили, мне казались максимально идиотскими. Например, их тезис про то, что у России есть только один путь, это путь империи. Я даже в то время написал статью, еще будучи в Дуглавом Орле, она называлась
Она называлась «Империализм в 21 веке», где я, собственно, писал о том, что нужно захватывать рынки рыночными методами, развивать у себя, в общем-то, технологии, жить мирно, спокойно, вот, и развивать экономику. Это намного больше, да, содержательного, чем захват территорий. Вот. И более того, все империи, они рухнули, и это постигнет рано или поздно Российскую империю, а Россия до сих пор это империя, которая включает в себя огромное количество потенциально независимых государств, там, не знаю, одна Якутия чего стоит, да, то есть это, в принципе, самобытный народ, свой язык, культура. Это, там, не знаю, там, республика Коми, да, которая... Почему республика Коми не может быть Финляндией, например? Почему Финляндия может быть Финляндией, а Коми не может быть, да, хотя это тоже финно-угорский народ. И если посмотреть на Урал, там огромное количество их национальностей, вот, и не только на Урал, там, и по Волжье, и, в общем... Вот, вообще, в целом, вот это вот путинское, забегая немного вперед, там, касаясь войны, путинская вот эта карта, которую он разыгрывает, что если люди, если даже мы допустим, что украинцы это русские, да, что они должны быть обязательно в одном государстве, это странная максимально идиотская конструкция, потому что якуты тогда куда? Они не русские вообще, вот, а чечены. А их куда? Ну, то есть, это, и вот это вот то, что они сейчас выстраивают, оно просто в какой-то определенный момент, оно просто разлетится на куски. Как только вот этот вот стержень, который все это удерживает в виде, так сказать, Путина и нефтяных бабок, которым он закармливает местных царьков, как только это все прекратится, вот, то, собственно, вся эта конструкция рухнет. И поэтому стратегически, если ты патриот, настоящий патриот вот этой вот России, вот такой большой, и если ты хочешь, чтобы они все это жило вместе и дружно, самое тупое, что можно делать, это устраивать какой-то пересмотр границ на основе национальной принадлежности, потому что у России с этим очень плохо. Очень плохо. Вот. И, в общем-то... Да, и вот в «Двуглавом орле» я в основном занимался публицистикой, вот, иногда записывал какие-то видосики. Меня больше всего интересовала история марксизма, и иногда я касался вопросов, которые были как бы не очень, может быть, им удобны. Ну, как-то находил я себе место там в течение какого-то времени. Вот. Еще такой интересный момент. Будучи «Двуглавом орле», меня иногда там приглашали на какие-то мероприятия, так как я там числился формально руководителем молодежи, молодежного крыла. Там не было никакого молодежного крыла, там не было молодежи. Вот. Основная масса людей, которые там были, это старички, которые... увлекались темой Российской империи в эпоху перестройки. Вот, вот эти вот все люди, вот это был основной костяк из разных регионов. Вот, и, соответственно, был такой момент, меня пригласили на одно мероприятие, это называлось «Правоконсервативный клуб Прометей». Вот, его... По-моему, даже у них паблик такой есть. В общем, какое-то там движение такое вот. Какое-то оно правоконсервативное. Тогда это очень, терминология очень была интересна. В тренде. Либертарианство было в тренде. И, в общем, люди выясняли, кто же такие правые. Это те, кто за рынок, или те, кто зигует. Вот. Ну и так далее. В общем, меня пригласили на это мероприятие. Оказалось, что это люди как-то там связанные тоже с Малафеевым. Вот. И на этом мероприятии выступал упомянутый ранее Эдвард Чесноков. Я там с ним пообщался по старой памяти. Вот. И была там еще ныне покойная Дарья Дугина. Вот. И общаясь с ними, вот, я, так сказать, пришел к выводу, что, ну, вообще российская власть, чекисты, они, очевидно, очень интересуются западными правами, очень активно там работают. И потому что вот Эдвард Чесноков, он как журналист «Комсомольской правды», а мы уже знаем, что это за издание, он очень активно колесил по, ну, в Венгрию, постоянно ездил. И мы сейчас видим плоды труда, в том числе Эдварда Чеснокова, который ездил в Венгрию.
Он там встречался регулярно, там брал интервью каких-то венгерских политиков. Вот. Нам остается только догадываться, возможно, он с ними о чем-то коммуницировал, там, я не знаю, там, в чем заключалась его работа. Вот. А Дарья Дугина, она регулярно ездила во Францию вот, ко всяким там идентаристам, как они там себя называют, ну, или пеновцам и так далее. Вот. И, в общем, там взаимодействовала с ними. Вот. Вот это вот люди, которые там вот собрались в этом клубе «Прометей», который заседание этого клуба происходило в очень элитарном месте в центре Москвы, прямо напротив Кремля. Только я не помню, как называется эта гостиница. Это шикарная гостиница. Там был такой зал. Для меня это было очень необычно. Я был в рубашке из Нью-Йоркера, в джинсах каких-то. Вот, а там такое все было элитарное. Вот, и такие люди, значит, тоже, которых на улице не встретишь просто так, да. Вот, человек, который это организовал. Ну, я так понимаю, для меня это все гобня сейчас, я так на это смотрю. Вот, человек, который это организовал, он был сыном какого-то дипломата. Вот, то есть, ну, вот это вот весь гадюшник, так сказать. Ну, в целом, к чему я все это рассказываю, вообще, в целом, мы должны понимать, что российская власть, она очень активна. Если раньше они занимались левыми, сейчас они занимаются правыми, вот, и поэтому мы видим то, что видим сейчас, да, вот вся эта возня со всякими разными блогерами, которые там что-то пишут. Вот. Я могу сказать сам, я сам придерживаюсь взглядов, которые, наверное, можно описать там правоцентристские, то есть там классический либерализм, что-то такое. Поэтому мне самому больно видеть, когда какие-то люди из вот этого крыла там в Америке или где-то еще оказываются ватниками. Мне хочется сказать, люди, вы просто не знаете, о чем вы говорите, когда они начинают видеть в России какую-то там надежду. Какая нахрен надежда, извините меня. Это что, это последняя надежда умирающей Европы, что ли? Это последняя надежда белого человека, вот это вот существо в Кремле? Ну, вы, как бы, я не знаю, чем руководствуются все эти люди, которые все это поддерживают на Западе, и я не понимаю. Вот. И мне кажется, что это тоже какая-то недоработка, вот, потому что мне даже есть идея, знаете, сделать какой-то твиттер-аккаунт, назвать его какой-нибудь там либераша и просто постить туда с комментариями на английском языке видео из Москвы, которые там регулярно выходят, даже ждать не надо. Каждый день я вижу в пабликах, в Телеграме, точнее, в каналах замечательные видео с гостями столицы. Вот, поэтому просто для того, чтобы показать этим людям, что мир не так однозначен, как им кажется. Вот. Короче говоря, Дуглава Марле я был, соответственно, на двух съездах. На первом съезде, когда его официально объявили, и на втором съезде. Значит, после второго съезда я оттуда ушел, потому что я окончательно понял, что эта организация создана просто для того, чтобы обслуживать интересы Путина среди антисоветски настроенных вот таких каких-то людей, которые то ли Российской империи симпатизируют, то ли Белому движению, непонятно. Вот. И вот это вот такой куст окучивает. Да, и вот Малафеев в целом, если его деятельность проанализировать, он в целом занимается какими-то такими околоправыми, около вот такими движениями. Вот. И вот этот куст идеологически он окучивает. Вот. И я не знаю, но насколько я понимаю, Просвирнин он тоже на него работал. Вот. У меня, правда, нет точной информации, но насколько я знаю, вот это его проект. Вот. Человек очень, очень скрепный и духовно окончил свою жизнь. Вот. Поэтому, когда прошел второй съезд, почему именно после второго съезда? Потому что на втором съезде Константин Малафеев вышел и сказал, что, в общем, они объявляют Путина царем. Вот. Да-да-да. И мы с женой там сидели, мы просто смеялись. Вот, просто чуть ли не в голос, там, чуть ли под стол не упали. Вот. И да, он сказал, что мы вот будем предлагать Путину стать царем официально. Вот. И все. И после этого я месяц думал, как мне это лучше сделать. Ну, я, собственно, не каждый день приезжал в Москву, вот, из Тулы.
Жил я в Туле. И в какой-то момент, там, я там, не знаю, 2-3 недели, может, прошло или месяц, я приехал, записался, так сказать, на прием к решетнику, пришел к нему и сказал, что, в общем, я это все не поддерживаю. Вот. И в том числе и Украины тогда я тоже интересоваться начал. И на меня большое впечатление оказал такой Алексей Гончаренко. Вот, депутат украинский, его поведение, когда он там защищал Одессу, когда он ездил в Крым. Я общаюсь с украинцами, они мне сказали, вот, ты там иллюзии не стройся, Гончаренко тот еще плут. Я не знаю, это украинцы будут разбираться в своих делах. Вот, но просто я просто сравнивал там Одессу, Донбасс, то, в какую помойку превратился этот Донбасс, этот русский мир, да, там какой-то бандитизм, наркоманы, люди, которые там жили, все нормальные люди оттуда уехали, даже если они поддерживают режим, они все оттуда уехали. Я, кстати, встречал потом таких, вот эти вот ватники с Донбасса, этнические украинцы, которые уехали оттуда. Я говорю, а что, зачем ты уехал тогда, если ты такой классный русский мир и ты так его ждешь? Вот, зачем ты уехал? Ты езжай обратно. Вот. Ну, у людей, видимо, какие-то двойные стандарты. Тройные, я не знаю. Вот. И в тот еще период времени я познакомился с Димой Энтео. Такой неоднозначный человек, конечно, вот, но он в то время такой активной оппозиционной деятельностью занимался. Там еще у него было движение «Декоммунизация», там потом к нему присоединилась Алехина из Pussy Riot. Вот. Я не фанат Pussy Riot, вот, прямо скажу, но вот пересекался с ними. Вот, и принимал участие в деятельности декоммунизации, особенно после того, как из угла в орла ушел. Вот, ну, помогал им там, делал какие-то графические материалы для акций, там еще что-то. Иногда приезжал на какие-то там круглые столы. Вот. И у меня родился второй ребенок. В общем, активная личная жизнь была, скажем так. Вот. И я, соответственно, работал, я уже на абсолютно нормальной мирной работе, ни в каких я пропагандистских вещах не участвовал. Вот. И к 24 февраля я закончил образовательный курс и устроился работать на новую классную специальность. Вот. То есть до этого я занимался, ну, таким разношерстным дизайном всем подряд, вот. Немножко кодил сайты. Вот, ну, я получил новую специальность, там, дизайнерскую, получил новую работу, было все классно. Мы развивали цифровой сервис в Москве, то есть там был бизнес уже был, его нужно было перевести в цифру, сделать приложение. Моя задача заключалась в том, чтобы сделать внешний вид приложений, так сказать. Очень классная перспективная работа, буквально там создать новый сервис с нуля, это классный кейс для того, чтобы потом дальше идти развиваться по работе. И тут я буквально проработал там неделю, был очень доволен, и тут вдруг утром, значит, 24-го просыпаюсь, и мне жена говорит: «Саша, Путин напал на Украину, началась война». Я эти слова до сих пор помню. Вот. И, ну, это было такое, как сказать, обухом по голове. То есть улыбка, так сказать, с моего лица, она исчезла в тот момент на достаточно долгий период времени. Вот. И работа вообще не лезла в голову совершенно. Я думал вообще, что с этим делать. Вот. Не знал, что я могу сделать с этим. Вот. Как я могу повлиять, я какое-то чувство личной ответственности тоже я ощущал за это, за все, потому что я тоже когда-то был к этому всему причастен. Вот. И начал какую-то пытаться делать что-то по мере сил, там сорвал какие-то агитационные плакаты там с зетками, которые нам вешали. Вот. Пытался там какие-то наклейки клеить. Вот. В конце я просто, ну, вышел на одиночный пикет у себя в Туле. Надо сказать, что для Тулы это вообще достаточно редкое явление, потому что у нас там, ну, такой город очень, очень спокойный. Там ничего не происходит никогда. Ну, редко там что-то происходит.
Вот, я вышел с плакатом, и меня удивило то, что меня повязали буквально. То есть я успел только развернуть плакат. И я уже вижу, как через всю площадь с другой стороны, все митинги проходят на площади Ленина. Вот, главная площадь называется площадь Ленина, там стоит Ленин, я возле Ленина стоял с этим плакатом, и я вижу, как ко мне через всю эту площадь идут там несколько сотрудников полиции, какие-то люди в штатском, какие-то казаки, там не помню что, в общем, оно вот это все ко мне приближается. Вот, и через минуту подъехала машина полицейская, меня туда запихнули, вот, и привезли в отделение полиции. Вот. И я так понимаю, что мне достаточно сильно повезло, то, что я там не остался в этом отделении полиции, по крайней мере, надолго, потому что я до этого успел, у меня там был, ну, условно знакомый человек, там местный правозащитник, я ему написал, просто выяснить вообще, что меня ждет, вот, за это, за все. Он, прекрасно понимая, что меня ждет, он сразу пришел в отделение полиции. Вот, и там, так сказать, за меня заступался. Ну, там пришли ЦПшники, начали давить на него, давить на меня, его там чуть ли не с кулаками выпихнули в коридор. Ну, такая вот стандартная история. Вот, значит, это все было в воскресенье, и я помню, что где-то 3 часа я провел в этом отделении полиции, и еще не успев выйти из отделения полиции, мне поступил звонок на телефон из здания суда. И говорит, мы тут, по-моему, заседание проводим, вы можете подъехать там на другой конец города сейчас? Я говорю, нет, конечно, как я к вам подъеду? Вот, там еще дождины какой-то шел на улице жуткий. Вот. Они говорят, ну хорошо, мы тогда без вас, мол, проведем. Когда я приехал домой, мне в приложении госуслуги приходит уведомление, тебе штраф. Вот. И плюс у меня к тому времени уже, значит, ну, какие-то вот эти знакомые мои, которые тоже вели разные там паблики, там либеральные, либертарианские и так далее, все позакрывались, один за другим писали там в чатах, ко мне пришли полицейские, там меня оштрафовали, там еще что-то. Один знакомый тоже позвонил, тоже из Тульской области, его там тоже оштрафовали, причем за пост в интернете. Вот. И это все такое кольцо сжималось. В школе у детей начались какие-то пропагандистские акции. Вот. Хотя у нас сын учился в частной школе. Вот. По идее, не должно было быть такого, наверное. Вот. Ну и мы просто поняли, что надо уезжать. Вот. И уехали. Вот. Уехали, не знаю, куда, насколько, вот. Ну, мы посмотрели, куда, в принципе, можно выехать из России по суше, чтобы попасть. Мы в Грузию с самого начала не хотели ехать, потому что, ну, не было понимания, чем там заниматься, и не было понимания вообще, там, безопасно ли там. Ну, вот. Соответственно, я начал гуглить, смотреть, куда можно поехать. На выбор была вот Польша, Литва, Латвия. Вот. И я подумал, что, ну, у Латвии, насколько я помню, общей границы с Белоруссией либо она очень маленькая, либо ее вообще нет. С Россией она точно напрямую граничит. Мы решили ехать туда, где нету прямой границы с Россией. Вот. Поехали через Беларусь в Литву. Вот. И вот мы так вот оказались в Литве. Вот. Жили в детеншенах первое время. Вот. И люди, которые, наверное, будут это смотреть, зная как бы русских людей, они будут скрежетать зубами, ах ты козел, ах ты скотина, ты там вот работал в этом во всем, к нам примазываешься сейчас. Вот. Ну, я могу сказать, что вот если об ответственности, вот это, наверное, моя форма ответственности, потому что я могу сказать, что жить с уже 3 на тот момент детьми в детеншене, это не очень приятно, вот, ну, когда у тебя нету родственников рядом. Что касается родственников, у меня все родственники, как у жены, собственно, ватные, вот, с родственниками. Один из них там на меня с кулаками кидался, когда я сказал, что сравнил Путина там с Гитлером. Вот, ну, вот такая история. Александр,
Что бы вы порекомендовали молодому поколению России, которые сейчас вступают или уже вступили в пропагандистские организации, наподобие нашисты, ну, или Молодая гвардия Единой России, подобные структуры? Что бы вы им посоветовали? Я даже не знаю, есть ли сегодня такие структуры, честно говоря. Я бы им посоветовал просвещение. Я бы им посоветовал проверять все факты. Просто все, что к тебе поступает, проверять. Причем проверять всегда по первоисточнику. То есть не читать чужие мнения о чем-то, а складывать свое собственное мнение на основании первоисточников. Вот. Тебе говорят, что Навальный хочет есть людей, там, ну, хотел, да, уже теперь, к сожалению, в прошлом. Вот. Ну, почитай, что он писал, посмотри, что он говорил. Вот. Тебе там кого-то очерняют, ну, смотри первоисточники. С нами на связи был Александр Литке. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, становитесь спонсорами. А впереди нас ждет глава. Оставим интригу на потом. До встречи в новых видео.